жителей Ивангорода, молодежного совета Ивангорода. Вот, я хочу от себя лично поблагодарить всех тех, кто откликнулся на наш призыв, пришел сегодня на это святое для Ивангорода место, на братское захоронение, и внес свой вклад в подготовке к проведению великого праздника, Дня Великой Победы. Ну и сегодня мы объединились ради такого хорошего дела, и я думаю, в дальнейшем мы тоже вместе поработаем, сделаем много полезного для Ивангорода. Спасибо вам большое. Thank you.